встретики с моим каким-то мальчиком, пришел такой пакет. Я заказывала лифчики, и это, видимо, или один из них, или здесь должно быть несколько. В общем, давайте откроем их с вами. О, я уже вижу, что это какой-то ремень. Ух, ничего себе, оттенок красивый. Да, здесь один. Я в шоке. Он прям такой, как на картинке. С замочком. XXL. Он запаян. Вот это все запаяно. То есть я пока вот... А, нет, не запаяно. Это все-таки липучка. Класс. Это отдельная, полноценная, не то что майка. Это, знаете, как после операции на груди там такие делают. Это вот действительно для таких вещей. В нем можно в космос летать, и большая грудь никуда не упрыгнет. Я думаю, должен быть по размеру. Я даже прямо сейчас примерю. В принципе, для начала, я думаю, в него можно просто занырнуть. В общем, здесь есть такой замочек. Что вот это? Еще вот так можно... Тут просто крепление миллион. Еще столько блесток. Вот это вот все блестки какие-то. Пахнет необычно. Это запах какой-то новой вещи просто. Приятный. Примерим. Ой, ты что, крест-накрест идет? Помогите, я запуталась. Короче, пыталась его надеть через голову, а он как бы весь замок можно спокойно раскрыть. Я, короче, примерила и отрегулировала. Он сидит вообще идеально. Сверху я, в общем, добавила сантиметров 5, а снизу убавила. В общем, я примерила это изделие, и он оказался просто идеальным. В нем самое большое преимущество – это то, что можно полностью отрегулировать под себя. Вы покупаете подходящий вам размер, но верх и низ не так, как в обычном лифчике. Типа, чуть-чуть можно отрегулировать там буквально. А именно вот все вот это, вся вот эта вот часть, это такая липучка. И то есть, если вам нужно по объему больше, вот мне понадобилось на вот столько его сделать больше, потому что здесь он был, просто был до конца, то есть, ну, никак не отрегулирован. А вот эти вот шлейки, они, короче, мне были наоборот, слишком много было отпущено. Просто на всю было отпущено. И в шлейках, получается, мне уже надо было поднять. И то есть вот эта вот вся длина, это вот вы хоть типа по всей вот этой длине можете поднять. Это просто очень удобно. С размером я хорошо угадала. Ткань очень приятная, его просто не хочется снимать. И чашка, то она просто по мне. То есть четвертый размер, это вот эта вот чашка. А на бирке написано 2XL. Вот 2XL, это значит четвертая чашка. И это настолько хорошо выполненное изделие. Мои первые впечатления просто... И просто, мне кажется, я его буду жалеть, это я не знаю, куда его носить. Это действительно такая вещь, ну, она не топик. То есть я не знаю, чтобы вот его прямо одеть и носить, ну, только если может быть дома. А куда-то так выйти нет. Я бы такое не надела, просто выйти, без ничего. Это вот именно очень сильно хорошо поддерживающая такая вещь. А сама чашка, то, что она выполнена, она просто выполнена вот... Это не пушап. Это просто такой равномерный, мягкий, приятный поролон. Я пытаюсь найти минус, но тут даже ни к чему не докопаться. Все очень красиво сделано. Вот прям очень. По крайней мере, в этой категории, в которой, ну, поддерживающие большие лифчики, это, в общем, редкость найти, чтобы он был красивый и настолько сильно регулировался. В самой посылке, когда я ее забрала, я почему-то, я прощупала, что чувствуется какой-то ремешок. Вот просто ремешок какой-то и все. Это вот эта часть, она очень уплотненная такая. И это чувствуется, как будто вот ремень какой-то юбки или брюк. А вот оно действительно так ощущается плотно. А плотно оно с одной стороны именно, почему-то я подумала, как часть ремешка. С этой стороны нет, вот с этой. А с этой, эта часть с регулировкой именно идет. И поэтому вот он на ощупь вот
когда вместе так трогаешь, он такой толстый. А на самом деле это просто вот часть. И здесь вот эта часть черная может приклеиваться вот здесь к любой стороне, до которой вам нужно приклеивать. И это просто очень красиво. Я не знаю. Я бы не сказала, что лифчик нужен вот абсолютно для постоянной носки мне. То есть я могу обходиться, ну, у меня особых проблем с грудью нет. Но, допустим, вот перед началом цикла бывает такое, что просто невозможно даже просто по дому ходить. Ощущение, что все трясется, просто не какие-то там упражнения делать, а что-то такое, просто ходить. Просто ходить неудобно. И вот это для таких вещей, для таких разов, когда вот нужно максимально зафиксировать грудь. Ну, прям я бы сказала, что это какая-то вещь идеальная для какой-то тренировки в зале, для бега, для какой-нибудь там аэробики, или кто занимается на танцах. Очень красиво, у меня просто нет слов. Не забывайте подписываться, чтобы это увидеть, если вам интересно. Ссылки на Boosty и Patreon будут в описании. Ставьте лайк.